Хорошо, тут аж 180 сфер. И одна из них, только одна. Шайба есть. Да. Что такая смешная, похожа на шайбу. Плюшка. Я что, мама? Я хочу с как бабахнуть. Что он так не попал? Всем привет, с вами Макс. Я был у друга на день рождения и увидел у него конструктор-знаток. И пока мы искали этот конструктор, мне захотелось еще вот такие вот 4 настольных игры. Игра «Кто я?» Да. Называется. Что там надо сделать? Тут надо одевать вот такие вот штучки. Получается специальная такая пластмасска вокруг головы. На них ставится, выбирается карточка одна. Карточка. И там что-то или кто-то. Да. И вы должны угадать, кто это или что это. Да. Можно задавать вопросы, но на них надо отвечать только да или нет. Игра называется «Кто я?». Игра «Еки-воки». «Еки-воки». «Еки-воки», в общем. Вот. Ну, там очень много действий. Давай. Тут по домику надо ходить, давай. Я вижу сзади. Сзади там по домику надо ходить. Получается, там вот знаки. Всякие задания. Ну и тут можно говорить все что да, угодно. Да, нет. Тоже да, жестами нет. Показывать. Объяснить словами. Угу. Ну, словами, не прямо вот, что это такое. Мы потом в других обзорах будем тоже эти вот. Игры более подробно. Эта игра называется «Угадай, кто твой друг». Да. Тут, в общем, нужно вот тайного персонажа, и он где-то у вас тут. Угу. И кто-то должен угадать, кто это именно. Например, если, например, кто-то спрашивает, он в очках? Значит, если говорят нет, значит, вы убираете всех тех, кто в очках. Если да, то вы убираете всех, кто не в очках. Ну, в общем, вот так. Еще есть игра такая большая, самая люкс-ферма. Да, их, кстати, есть очень много вариантов. Да. Есть просто фермы, фермеры. Ну, у нас вот такая. Мне тоже вот такая больше всего да. понравилась. Она красивая, яркая вроде как. Довольно-таки тяжелая. Ну, в мы другом обзоре мы ее тоже покажем обязательно. Ну и сейчас ты уже дошел до самого главного конструктора. Ну, давай да. я это позабираю. Маленького все больше и больше и больше. Да. Маленькое больше. Ну и больше, давай конструктор. И что там за конструктор, ну, который знаток. Ты так хотел? Знаток, да, я очень его хотел. Мы искали его целый день. В общем, мы его искали. Мы его не нашли, но мы все-таки еще вот те игры. Их брали. Так, тут пленки все. Что есть? Вообще вот. Очень много. Инструкция, да? Да. Ну, давай, открывай. Аккуратненько. Инструкция, это она показывает, какие варианты, из чего можно делать и что можно делать. Ясно. То, что, например, можно тут радио делать. У нас вот такая инструкция, да, тут написано. Можно делать игры, игрушки, потом имитаторы звуков, я охранная хочу, сигнализация, да, логические элементы, автоматические очень. Осветители и музыкальные звонки. Здесь идет 180 схем. Они бывают от 15 до 999 схем. В общем. Вот, все, я открыл. Вот такие вот схемы. Еще снизу надо. Вот тут все описано подробно. На. Давай. Так, вот так вот много тут. Есть вот. А вот тут батареек нету. А я думала, они сразу уже. Батарейки вот мы тебе дали. Держи. Батарейки достаем одну. Так, тут открывается где-то. Тут есть сигналы полицейской машины из «Звездных войн», управляемые сенсором. Ну ничего себе. Перестрелка в «Звездных войнах». Это звуки такие. Тут еще вентилятор можно сделать. Потому что тут аж 180 схем. И одна из них, только одна. Вот этот включатель, он легче всего. Тут просто вот так нажал, и она работает. Подумали и решили, что начнем
самого простого, с обычной лампочки. Как тут начинать вообще? Давай, показывай. Вот это нужно вот это достать. Это надо достать, и что? И потом все сюда ставить. Сюда именно устанавливается, да? Именно хорошо. Сюда вот такая доска, и сюда все ставить. Нам, наверное, надо вот такая. Мам, я шел на шасси. Вот, скорее всего, как-то такая нам. Две двойных. Потом у нас идет лампочка. Где лампочка? Лампочка, ищи лампочку. Лампочка, лампочка. А вот. Где сама лампочка? А сама лампочка вот. Где? Вот, у меня в руках. Давай, закручивай. Так, все, я полностью закрутил. Хорошо, это надо соединить вот так. Теперь нам надо батарейки. Батарейки, вот мы уже Duracell сделали. Угу. И их подсоединяем. Так, соединяем сюда. Давай, вначале это. Легче будет, да. Вот так. А теперь вот. Нас под это. А зачем нет. Что-то под это? Ничего. Вообще много. Оно держится, да. Так, теперь у нас сюда в бок идет 3-1. Как это 3-1? А, 3-1 я понял. Вот. Да, вот 1 это. На 3. Вот сюда его. Называется это 1 на 3. Хорошо, теперь 1 вот на 2. Сюда под низ. Вот так? Ну, под низ, вот. Да, и эту сверху, которая 1 на 3. А соединение... И теперь выключатель надо. О! Так ты просто сделала выключатель. А, вот, выключатель может вот, надо вот так. Да. Вот. О, у нас выключи пока выключатель. О! Все, фонарик получился. Получилось? Вот такой вот у нас фонарик. А, ну, можно включай. Даже держать. Как ух ты, получилось. Вот самая такой. Простая схема у нас получилась. Теперь можно нужно... сделать ее немножечко посложнее. Саму можно схему? Добавить вентилятор. Давай. Как? Добавляю электрический вентилятор вместо лампочки. А, как собрать вентилятор? Я понял, знаешь? Это несложно. Это вот на эту штучку. Нужно. Он может даже взлететь. Даже взлететь? Камила, садись, прячься. Ух ты! Сейчас взлетит. Камила, отойди. Помнишь, вот, мы сделали вентилятор. Давай попробуем все-таки вот эту сложную схемку. Какую? Со звездными войнами. Какие-то давай. Тут звуки. Так, надо все сюда. Разобрать. Вот я это и делаю. Вот сюда вот надо поставить. Так, 1 на 6. Потом вниз идет сюда, 1 на 2. Сейчас я буду потом строить. Батарея идет. Так, вот плюс, так. Куда плюс, куда минус. Что? Вот он, плюс сюда идет. Может, под да, вниз? Под вниз сложи. Вот. Да. То есть он тоже может поставиться. Батарейка сама. Так, и потом вниз. Идет 1, 3 вниз. Ой, вот это. Вот это, подожди. 1, 3 вот. Вот сам вниз. Проходит. И еще нам надо батарейки. Так, куда их? Батарейки сюда, вот так, вниз. А батарейки? Нет, вот, вот можешь вот так. Нет, вначале батарейки прикрепи. Вот. Теперь к батарейке. Теперь схемка 1-2. Крепится. Так, тут не скрепили. Скрепи. И к ней идет схемка 1-3. Туда до конца под низ сложи. Так. А 3-2 что такое у нас? 3-2. Наверное, это вот эту надо сюда сделать. Наверное, да. Лампочка. Лампочка, лампочка. Вот куда ее? Лампочку мы ставим где-то вот, наверное, или да, где-то здесь. Так, теперь 1-2 сюда, под низ. Вот так? Да. Вот. Теперь мы крепим кверху динамик. Динамик? А, вот динамик. Сюда вот так вот. Это чтобы, наверное, оно звуки сами... Ага. Да. Она. Так. На. Теперь что? Все уже? Теперь нет. Ну, нам все. Надо выключатель вот сюда. Только я не думаю, что он будет.
Он не дотянется. Нет, пусть это будет, там еще идет схема. Делали. Он сейчас как бабахнет. Что он должен бабахнуть? Я шучу так. Где у тебя электромотор? Не знаю. А, вот он. Да? Куда я? Так, что у нас дальше? Вот светодиод это. Красный светодиод. Подсоединяется отсюда сюда. Вот так? Да. Теперь это все надо соединить. Она под номером 23. Да, вот, вот 23. Она крепится под них. Подожди, давай мы раздвинем. Так, значит, это я уже поняла. Это сюда. Это сюда. Вот. Это сюда. А этот включатель. Очень странно. Какие-то вот эта схема какие-то именно идет по звездным войнам, это по-другому. Не, не убирай. Тут только убрать надо. Все, одну надо разобрать. Одну штучку убрала, да. В общем, честно, очень интересный конструктор. Мне нравится. Довольно-таки увлекательно. Мы будем еще собирать все другие схемы. Обязательно. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Удачи. Удачи.